Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня у нас самый последний выпуск в 2017 году. Прежде всего, дорогие зрители, подписчики, те, кто были на протяжении со мной весь 2017 и даже те, кто подключились на протяжении 2017 года, я хочу вас поздравить с наступающим 2018 годом и пожелать как можно больше счастья, радости. Я искренне хочу, чтобы у вас все получалось, чтобы вы шли к своим целям, потому что, поверьте, жизнь без цели, она очень скучная и неинтересная. Мне очень хочется, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас была хорошая материальная подушка и была финансовая независимость прежде всего. Я очень надеюсь, что те, кто поступает в институт в этом году, ну, в следующем году уже поступит, те, кто заканчивает школу, сдадут на ЕГЭ хорошо, и вообще, чтобы у вас все было отлично, и чтобы вы были всегда рады, и рады всегда новому дню. И поверьте, никогда никого не слушайте. За вашими спинами будет много что говорить. Главное, вот подальше от этих людей, просто подальше. Или, знаете, вот просто делайте, как я, вот так вот. Не обращайте внимания на негатив, это вообще не нужно. И вообще, больше, мне кажется, позитива, улыбок, и давайте будем все-таки уже более сплоченнее в этом 2018 году. И правда, берегите друг друга, ведь это самое важное. И самое важное, чтобы вы понимали, что у вас есть близкие, и эти близкие нуждаются в вас. И это самое ценное, что есть. И запомните, один в поле воин. Иногда говорят то, что одному ничего нельзя сделать, одному ничего нельзя суметь, один ничего не поменяет ситуацию. Поверьте, от каждого человека все зависит. Блин, я так говорю, как будто агитирую на выборы. Вы все сможете, у вас все получится, у вас все будет хорошо. Отметьте Новый год счастливо, отметьте его так, как вы никогда не отмечали, и чтобы он вам, конечно, запомнился. Я очень надеюсь, что этот сраный год петуха, я не знаю, у кого он был, какой он, у меня он был очень непонятный какой-то, весь такой, прям, знаете, что мне не хочется вспоминать. Ну, были, конечно, хорошие моменты, но, курица, давай-ка ты вали отсюда. Ну, а всех плохих петухов, так скажем, людей-петухов мы оставим в 2017 году и перенесемся к самому прекрасному, самому преданному существу из животных. Это собак. Я очень люблю собак. Я верю в то, что год будет счастливым. Я очень верю в то, что все будет отлично, замечательно. И мне, правда, это очень хочется, потому что у нас впереди столько много всего интересного, столько много всего, что будет незапланированного, хорошего, так скажем. И я, правда, верю, что все будет просто отлично. Спасибо большое за весь этот год, который мы провели вместе с вами. Это было очень круто, я очень рада новым подписчикам, я очень рада всем. Спасибо, что смотрите, мне это тоже очень важно. И до встречи в 2018 году. Скоро увидимся. Я вас всех очень люблю, обнимаю, всегда ваша Гром Наташа. Пока.